поздравляю вас с победой. Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях, как прошел матч. Спасибо. Ну, не знаю, как-то спокойно прошел. Ничего такого прям сверхъестественного не было в плане эмоций. Ну, вот. Так, всех с победой. Спасибо болельщикам. Классно. В конце исполнили они после игры. Мне понравилось. Точнее, даже нам понравилось, не мне. Еще такой вопрос. Сибирь сегодня 8-й раз терпит поражение. Как вы готовились к этой команде? Обычно, знаете, когда вот команда проигрывает много игр, вот от нее не знаешь, что ожидать. Они в сарае сыграли первую игру и выходят на последний раз, в принципе. Поэтому готовились очень серьезно, без всяких расслаблений. Сегодня у Сибири было много удалений. Как вы думаете, с чем это связано? Связано с тем, что мы владели шайбой, много с ней двигались, и им приходилось фалить на нас. Следующая игра у вас с Барысом. Как вы будете к ней готовиться? Все-таки они одержали победу над Акбарсом. Ну, мы тоже могли над Акбарсом одержать победу, поэтому будем готовиться, как всегда, в принципе, как к каждой игре. Ничего сверхъестественного. Будем готовы.